Улица Академика Заболотного, 128. Шестнадцатиэтажный панельный дом. В окрестностях зелено. Придомовая территория ухожена. В удовлетворительном состоянии вход в парадное. Установлен пандус. Есть консьерж. Места для парковки автомобилей только у парадного, и их явно мало. Рядом есть общая с соседним домом просторная детская площадка. Недалеко торгово-развлекательный комплекс «Магеллан» с гипермаркетом и кинотеатром, школа, детский сад, супермаркет «Фора», парикмахерская, оптика и несколько аптек, отделение банков, торговый комплекс «Феофания». Пешком можно дойти до станции метро «Теремки». К дому примыкает небольшой комплекс с продуктовым магазином и парикмахерской. Общее состояние дома можно считать удовлетворительным.